Сами-то нормально стоим, ничего не нарушаем. Здравствуйте, а самому-то не стыдно так стоять? Стоит, да? Ну, может быть, как-то отступим от правил, включим проблесковые маячки. Мы включим, мы стоим на мероприятие, контролируем, да, чтобы машины парковали. Ну, давайте сами встанем красиво, так, чтобы не рядом с Красной площадью показывать пример. Хорошо, хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Не стыдно такой пример-то показывать? Какой? Ну, такой, парковки. Огражена фишками, видите? А где это написано, что можно фишками оградиться? Огражена фишками для обеспечения специальных мероприятий. Где написано-то? Правила дорожного движения? Движения? Да. Да ладно? Да. Какой пункт правил? Их зачем это снимать вообще? Потому что вы рядом с Кремлем, рядом с зданием ФСБ показываете плохой пример автомобилистам. Провоцируете, я бы даже сказал, на неправильную парковку. Маяки включите, не нарушайте. Спасибо большое. Красота и порядок. Спасибо. Мужчина, не стыдно плохой пример показывать автолюбителям? Нет? Рядом с Красной площадью. Нарушаем. Спасибо. Раз. Вы же отступаете от правил дорожного движения, правда? Ну, простите. От правил дорожного движения отступаете? Вот. Спасибо большое. Здравствуйте. Скажите, а перед пешеходным переходом разве можно останавливаться? Что? Перед пешеходным переходом останавливаться. Ну, я отгородил. А где написано, что можно отгородить? Я тоже могу отгородить и встать здесь, да? Понимаете, в целях экономии. Ну, у вас даже право есть отступать. Ну, что же вы... Ну, я и говорю. Ну, так включите и отступайте. Какие проблемы? Спасибо большое. Машинка ваша с нарушением стоит. А где написано про конусы? Я тоже так могу встать, да? Стоп. Если у вас что-то случилось, поломка, то... Не, мы просто просим, как бы, чтобы вы включили, отступали. Ну, а вот по-человечески даже, куда ее физически поставить? Не, вы же можете отступать, зачем? Не надо ее представлять. Просто включите маяки, и все, и встать. Маяки работают только при включенном зажигании. Так. А это постоянно будет либо машина работать, 1-2, загрязняя 1-2, окружающую 1-2, среду, 1-2, либо 1-2. Будет садиться аккумулятор. А вот эти светодиодные? А у меня же не такие, у меня старого образца. Понятно. Что делать? Здравствуйте. Что, какой выход, скажите? Вот конус, машина отгорожена, проезду не мешает. Но нету в правилах дорожного движения конуса. Нет, ну если бы я создавал помехи другим участникам дорожного движения, согласен. Нет, вы просто рядом с Кремлем и подаете пример, провоцируете водителей на то, что они смотрят, сотрудник так стоит, значит и мне можно. Раз он же не может сотрудник нарушать, правда? Так что же делать? Ну, заявку оставить, поменять люстру на диоде, без проблем, будут стоять мои товарищи. Давайте мы сделаем обращение к господину Якунину. Господин Якунин, пожалуйста, поменяйте всем люстры, старые на новые, диодные, чтобы они могли работать. Чтобы сотрудники не нарушали. Не нарушали правила дорожного движения и не провоцировали других водителей на нарушение. А это? Да. Спасибо. Товарищ полицейский, не нарушайте правила дорожного движения. Вторым рядом не паркуйтесь, пожалуйста. Уважаемый сотрудник Государственной инспекции безопасности дорожного движения, почему нарушаете правила дорожного движения? Скажите, пожалуйста. А вы почему? Я водитель. Я могу выходить из машины и идти в автомобиль по проезжей части, если вы об этом. Обращение вы обязаны принять. Вы ответили на свой вопрос. Почему вы нарушаете правила дорожного движения? Я нарушаю правила. Вы стоите вторым рядом. Значит, что? Это как бы нарушение уже. Даже не как бы, а нарушение правил дорожного движения. Скажите, пожалуйста, почему вы припаркованы вторым рядом с нарушением правил дорожного движения? Значит, служебная необходимость. Никакой полицейский не имеет права ссылаться на интересы службы в оправдании действия и своего бездействия. Тем более нарушение правил дорожного движения. Это закон о полиции, я вам сейчас зачитал. А вы читали его вообще? Хотя бы когда-нибудь. Ну, давайте хотя бы вы создадите видимость того, что вы осознали, и включите синий-красный проблесковый маячок, который у вас закреплены на крыше автомобиля. Тогда хотя бы, по крайней мере, правонарушение прекратится, оно перестанет быть длящимся. Вы не собираетесь пресечь правонарушение, да? А не работает? Не работает у вас? Нет, я... А, это я не знаю. Я не знаю. Ну, моя камера говорит, что не работает. Да, моя камера говорит, что работает только вот... Мне показывают, что работает. А вот теперь заработало. Хорошо. Да ладно, да? Хорошо, да ладно, да. Всего доброго. Не нарушайте больше. Всего доброго. Я да. Вообще не слышу. Не нарушайте больше.
Друзья, привет! Эти кадры были сняты за один день. Представляете, если бы вы нам помогли быть более мобильными? Если среди вас есть люди, которые, у которых бизнес, связанный с продажей электрических самокатов, сегвеев, велосипедов, мы бы с удовольствием рассказали бы про вас и про ваш бизнес. А нам хотелось бы быть более мобильными, чтобы больше наказывать нарушителей, больше показывать интересных сюжетов и радовать вас.